Главный праздник лета. Открытое небо в этом году состоится 19 августа. Как это будет, обсудили на заседании оргкомитета в правительстве области. Мероприятие совместят с юбилеем 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава. Северный аэродром распахнет свои двери для посетителей в 9 часов утра, а закончится все в 18.00. Уже традиционно публику ждет познавательно-развлекательная программа. Показ техники, работа творческих и спортивных площадок, выступления песенных коллективов. Кто приедет из столичных звезд на открытое небо, организаторы пока не сообщают. Артисты, с которыми сейчас ведут переговоры, еще не подтвердили свой визит 19 августа. Запланирована летная программа с участием самолетов военно-транспортной авиации. Возможно, на праздник прибудут истребители ВВС России. По прогнозам организаторов, количество посетителей в этом году может достичь 100 тысяч человек. Для большей пропускной способности принято решение увеличить количество рамок металлоискателей в 3 раза. Стоянка на 300 машиномест будет организована на КПП-2. И еще одна парковка предусмотрена на территории авиаремонтного завода. Остановка общественного транспорта уже определена. У нас порядка 85 автобусов будут по льготной цене 10 рублей подвозить людей. Соответственно, через КПП-1 они могут попасть на территорию праздника.